Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня мы проводим еще один урок по программе Photoshop Pro. Открываем программу Photoshop Pro. Версия 22.5 у нас стоит, уже обновленная, самая крайняя версия. Вот. И в этом уроке мы вам расскажем, как начать демонстрацию видео на слайде с определенного времени. Ну, как нам кажется, что ничего сложного в этом нет, поэтому мы постараемся объяснить. Итак, вот здесь у нас уже предварительно открыто, здесь видосики стоят, заставочки, видеозаставочки у нас. Мы вот так вот одну стащим видеозаставочку, чтобы было понятно. Вот 14 секунд это видеозаставочка. По-хорошему вообще, конечно, делать надо, вставить фон какой-нибудь видео или фотографию, который сначала начинается, потом поставить. И это, но мы делаем-то, принципиально показываем, как продемонстрировать видео с определенного времени, а не весь порядок именно установки. Вот. Значит, дальше мы здесь поставим «Добавить слой», фотографию. То, что у нас будет фоновым. Вот у нас тюльпанчики открыть. Они у нас 1920 на 1080. Все мы закрываем и опускаем их вниз. А вот этот слой у нас выделенный. Вот. А это тюльпанчики. Тюльпанчики. А это выделенный. Теперь видео. Тюльпанчики остались там. Ну, вот так вот, чтобы было понятно видео. Чтобы не на черном фоне все это демонстрировалось. Значит, установим длительность слайда, чтобы она была вот длительность видео 14 секунд, а мы установим длительность слайда, чтобы показать не 34, а 30 секундочек. Чтобы показать, как начинается и заканчивается это видео. Итак, выделяем. Вот так надо поставить. Можно на пустом слайде добавить вначале фончик, потом добавить видео. Это не принципиально. Дальше выделяем слой видео. Заходим в слой. Как нам кажется, все довольно просто. И вот здесь есть такая графа «Проиграть сразу», открываем ее, «Проиграть после окончания перехода», «Проиграть через», выделяем, и здесь появляется 0,0 секунд, то есть само начало. Мы поставим, чтобы понятно было, на 10 секунде. Вот. Ну, так нам нравится. Можно на 12 поставить. Можно на 8, можно на 4, ну, как угодно. На 10 плюс 14, 24. Так, вот. Выставили время, когда начинается демонстрация видео. Но это еще не все. Объясню почему. Вот картиночка-то стоит. Вот мы начали проигрывание, картиночка стоит. И вот на 10 секунде пошло видео. На 24 секунде оно заканчивается. И опять картиночка остается. Но это ж так некрасиво. Можно сделать двумя вариантами. Первый вариант. Значит, добавляем, выделяем, вот, и добавляем ключевые кадры. Значит, ну вот, на 10 секунде добавить. Дальше вот где-то на 9 секунде добавить. На 24 секунде добавить и на
условно. Тут 25 или 26, ну, на 25 где-то добавить. Вот. Значит, здесь, на этом ключевом кадре, на первом, по анимации у нас прозрачность будет 0. Здесь прозрачность будет, где она у нас, родная прозрачность, 0. Вот здесь 100%, здесь 100%. Ну, можно порядок разный здесь как добавлять, но смысл такой вот, 0. Это вот первый вариант такой вот. Так, здесь заканчивается, стоп. И вот пошла демонстрация. Идет демонстрация, закрыта эта картиночка. И теоретически вот с 10 секунды оно появляется. Ну, можно ближе поставить, дальше, кому как нравятся эти ключевые кадры. Это ж не принципиально. Вот. То есть 10-е, 24-е принципиально, а кадры затумани мне поставить по-разному, кому как это нравится. И причем появление тоже время можно выставлять по-разному. Это вот первый вариант. Ну вот, первый вариант. На 10 секунде должно появиться, а с 9 секунды оно где-то вот проявляется. Вот так вот и пошло демонстрироваться видео. Само начало оно демонстрируется. До 24 секунды демонстрируется. Вот. А потом оно затухает. Все. Стоп. Выделяем его здесь. И вот туточки начинаем удалять ключевые кадры. Почему мы начинаем удалять ключевые кадры? Ну, сохранить, чтобы было понятно. Вот. Здесь-то тоже все получилось, чтобы убедились. Все получилось, все нормально. Демонстрируется видео 10 секунды. С самого начала оно демонстрируется. Картиночку просто стоящую мы закрыли вот так вот простенько. Но это первый способ. Редактируем. Теперь покажем второй способ. Все изначально делается до ключевых кадров. Все делается аналогично. Удаляем ключевые кадры. Да. Удалить. Да. Удалить. Удалить, да, удалить, удалить, да. И здесь возвращаем в анимации 100%. 100% наших доцентов. То есть и получаем как бы начальную картиночку, которую мы поставили. Стоит картиночка. С 10 секунды начинается видео. На 24 секунде видео заканчивается. Это вот первую часть, которую мы проделали работы. И потом опять остается картиночка. Как удалять лишнюю картиночку первым способом мы сказали. Теперь вторым. Стоп. Стоп. Значит, заходим в анимацию, выделяем, естественно. Ну, а дальше это все знает. Появление слоя. Вот. Начало анимации. Секунды. Ну, одну секунду поставим. Длительность начала анимации на 9 секунде поставим. Длительность 1 секунду.
Да, трудно быть бестолковым, но можно. Одну секундочку длительности. Ну, поставим частички. Можно поставить любой переход, это не принципиально. Поставим частички и делаем применить. Растворилось. Вот. И дальше скрытие слоя. Скрытие слоя, оно автоматом восстанавливается на 24 секунде, потому что видео 14 секунд. И здесь вот оставляем длительность 1 секунду. Применяем. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Вот, да, сейчас дойдет до 9 секунды. Оп, красивенько открылось. Ну, можно тут немножко подкорректировать. И вот на 24 секунде. А, мы, наверное, не добавили. Стоп. 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 Выделяем. Скрытие слоя. 24. А, ну, частицы не добавили же. Применить. Ошибочку сделали. То есть, вот, надо добавить еще, собственно, сам переходик-то. Частички или переходик. Вот, появилось. Появляется слой, демонстрируется видео. И на 24 секунде смотрим. Все, исчезает. Ну вот и все. Как нам кажется, все очень легко и просто. А как на самом деле, одному Богу известно. Ну а дальше классика. Сохраняем. Вот. И покажем уже на большом экране, ну и сохраняем видео. Вот у нас идет шкала там, ну уже исчезла. Вот открывается, пошло видео, ну чуть-чуть подгонять, поточнее надо, ну ничего. Показываем сам принцип, а уж не точную подгонку. Поэтому ничего тут страшного. Опа, и исчезло. Все. Все очень просто. Ну все, на этом будем заканчивать видео. Как видите, ничего сложного в этом нету. Всего вам доброго, всего хорошего. Наше тяжелое время. Урок окончен. До новых встреч.